здоровья, господа. А где там паспорту? Здесь ключи, где их там? Ёпта. Наш влог сегодняшний, финальный. Юша, переодевайся, пожалуйста, Юша. Ты куда? Я знаю, где Рон. Давай. Чтоб стекало так. Ты что, блядь, Тур де Франс? Игорь, привет, ты прочитал мое сообщение? Да. Еще 25 минут крути. Пульс замерил его? Замерил. Все нормально. Я могу начать твой влог. Мы тебе в лоб, ёпта, можно начать. С того, что Ив Хоккей – это человек, который сегодня должен многое сделать на льду. Если у него не получится, то это… Он получит. Подвести его команду. Поэтому, Илюша, иди готовься. Всем привет, вы на канале Ив Хоккей, и с вами я, Михаил Ям, и Илья Винокуров. Зафиксировал. И готовься, на. Так, тебя не буду трогать. Правильно. Разминайся. Пару слов туда-сюда сделай. Ау-ау. Ключник, блядь. Ключник. А где там паспорту? Здесь ключи, где их там? Да. Так не мы вышли, вы сами выпустили раньше. Ключник ваш! Эксперт по вратарям. Ключник, сегодня не пройдут твои фентиля. Вань, ну что ты, как ты думаешь, получится у нас, нет? Ты приехал за 15 минут до игры, что у тебя получится? Да? Я из КХЛ. Вот он. Здорово. Это опыт. Мы с тобой сегодня точно выиграем. Да? Будем работать на победу. По-другому никак. 100 баллов. Ты опаздываешь, что ли? Ну, блядь, где опаздываешь? Ты пи***ц вообще. Я не опоздал. Тебе написали, ёпта, со сколько? Написал, сбор во сколько? Я написал. Сбор во сколько? Я сбор написал. Вот поэтому ты бы и не заиграл. Короче, Илюшка. Ёпта. Давай так, чтоб камеру. Ёпта. Все, пацаны, короче, переодеваюсь на лед. Команда, здорово. Как настройка? Да, нормально. Я, видишь, попозже приехал, чтобы не перегореть. Не перегореть, все правильно. Вот и все. За ваше здоровье, господа. Зафиксировать надо, кто клюшку перематывает. Вань, спасибо, Вань. Все нормально? Да. Ты готов? Я, да. Этот крайний тоже играет пониже. Передача пройдет на защитника. Быстро выдвинулись, он ее обратно забросит, не будет он вам в ноги бросать. Не надо отбрасывать, забрасывать туда, да, вот это 60 метров туда, 60 обратно. Спасибо. Что, где, вот здесь? Лавка живая, каждый стучит, каждый работает. Нападающие шайбы выводим из зоны. Это будет круто. Это финал, мы начинаем!
Здорово. Две лучшие команды. И 3 миллиона рублей. Ой, блин. Вот кто это сказал? Это просто смех, нахуй. Мои деньги давят, пацаны, я не могу. Надо вот сюда встать. Сейчас этот человек поумнее. Где? Мужики, мир не такой солнечный и приветливый. Это опасное жесткое место. Если только дашь слабину, она прокинет на все силы. Да ладно, я угораю, блядь. Давай друг за друга сейчас поиграем. Блядь, реально кто-то на себя поймает, ноги нахуй начинает. Я говорю, Тима, да. Тима! Давай, братва, 40 минут, 40 минут. Ну давай, ёб чёрный. Больше настроил на этот финал. У меня здесь без вариантов, можно было даже не спрашивать. Ладно. Как бы там Титан не кричали, да. Мы тебя уводим. Конечно, они в позиционном наступлении лучше остальных себя чувствуют на этом турнире. Внимание! Первая шайба финала. Ну, они давили. Сколько минут они в зоне находились соперника? Нога кого надо, нога, да? Это не нога Севы. Там был момент, когда случился рикошет от Вадима Сивчука, и тогда она не зашла в ворота. Но тут она прямо от клюшки Игоря Галыгина. Ух ты, ничего себе.
Садись, брат. Там под синий сел, я думал, что 2 минуты будет. А ему в ноги щелкнул. Так я Дине щелкнул. А. Шлем красивый. Хороший. Пиздец. Да, борьба. Там вот кто-то чью-то клюшку держит. Винокуров, перевод. Причем перевод хороший. Никита Филатов открывается, получает. Бросок не удался. Сивчук. Один игрок на пятак, набрасываем, будет там гол, закопаем. Приходим в зону, вот здесь вот у них на синей линии, они у нас проходной двор какой-то. Давайте мы их будем снимать. Давайте. 20 минут. Давай, 20 минут. Давай, 20 минут. Давай. Соберитесь. Давай. Логично.
Титана есть 20 минут, чтобы поменять расклады в этом матче. Я уверен, было громко в их раздевалке, потому что говорил Алан Гатагов. И, наконец, высказалась Анжелика Ступайло. Титан будет другим. Второй период. Поехали. Владимир Гучик, Дмитрий Жичкин, Артем Батрак здесь. И Гриша Мурашов тоже где-то неподалеку. Он здесь был, он с нами всегда. Титану придется быть другим, иначе этот финал будет потерян. На 4 миллиона уйдут на счета парней из Hockey Brothers. И контратака Титана. Здесь нет численного превосходства, но удается Титану в зоне. Еще шаг. Да! Да! Титан сравнивает счет в этом матче. Через рикошет зашла. Ну, в принципе, рикошет для ХБ, рикошет для Титана. Ну да, Никита Захаров 1-1. И заново фактически у нас эта игра стартует. Будет бой, если тогда нет, мы в большинстве. Нам сразу забить и все. Так, Дейзи. Вот Дейзи, ее выиграла. Момент, Дейзи, пожалуйста. Какая зашла! Дейзи! 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 Херан, блин! 9 проверок! Один из лучших бомбардиров всего турнира первого сезона Медийной хоккейной лиги лишний раз доказывает свою состоятельность.
Брисков сделал то, что не в таком количестве не нашел, а здесь и вытянул, и под планку. Потрясающий гол. А передача-то какая от Галыгина прошла, а? И посмотрим. Ну и Дези тут решил, да. И посмотрим, оп, сколько этот гол ее будет стоить для Титана в сегодняшнем матче. Обыграл Гороха. Царя Гороха. Да, это было круто. Это было круто. 2-1. 12 минут 16 секунд команда отыграли во втором периоде. Времени еще вагон. Дай момент обсужу. Смотри, если ты видишь, я зашел в зону и притормозил. Ты не под меня бежишь, ты бежишь вот так по широкой, чтобы я тебе на свобод за них. А если ты видишь, что я еду в глубину, тогда ты едешь под меня. Все. Я заехал в зону, все, я даю тормоза. Мой. Передовой. КБ, ну, смотри, зацепились вот сейчас. Корней один на пятачке. А там он один на пятачке и один в углу, и только сейчас пришел помогать там Иванов. Вот, обыгрыш, Корней! Гол! Этого он там остался! И кто здесь? Вот смотри, трое там. Ну да. И вот четвертый шагнул, но Корней один полчаса там стоит в расчете на то, что на пару там Иваныч с кем-то эту шайбу отскребут. И Иваныч, конечно, вертушка сумасшедшая и пушка страшная от Корнея. 2-2 получается в финальном матче. Класс. Классная комбинация. Но мы ждали возвращения Hockey Brothers. Было бы, наверное, слишком странным, если бы Титан так и довел этот матч до победы без... Нет. 2-2. И это только начало. Брасник за Титаном. Выиграл Кручинин. Галыгин отсюда. Как дела? Люша, что у тебя дела, брат? Тут тайм-аут наш, по-моему, брал. Слышь? Я не скажу дальний борт. Дальний борт, парни. Дальний на Корнея беги. На борт! Выбегаешь! Выиграет Мур! Два-два. Заказывали, да, в финале красоту? Получайте, пожалуйста. 2-2 и... На кого ставим, ребят? Какие варианты? Черная булит, оранжевая дуэль. Черная булит. Первая пара исполнит. Мне кажется, даже это хорошо для обоих. Классическую серию булитов. Поехали, Галыгин. Штанга, да. Я думал, гол. Прям вообще.
Есть возможность у Хоккей Бразерс выйти вперед. Штанга выручила. Свисток дан к началу. Хорош! Мастер. Переиграл 1-0. У нас выходит. Выводит Хоккей Бразерс вперед. Убрал сюда и с неудобной положил под самую перекладину. Кого-то ключик пытался чернуть. Не достал, да. Ну, поймал, конечно, он его на встречном движении влево. Мужики, черная булит, оранжевая дуэль. Ну что, мяч. Галите, проверим друг друга. Но сыграет это... просто на удержании. Шанс Винокурова, если выиграет шайбу, он себе. Да, вот выиграл. Да ему в сторону выиграл. Куда-нибудь отправить, он ее подберет. Понимаешь, что он и сделал. Ну, кстати, мяч, мне кажется, шайбу надо просто держать. Да. Просто додержит. Иначе будет рисковать. Иначе будет рисковать, конечно, ну же, не догонит. Шагнуть сам так. Освободился. Ух ты! Тем более 1-0 Хоккей Бразерс. Да. Оранжевая. Это что у нас? Дуэль. Еще одна. Ну и сейчас, я думаю, тоже. Не, себе. За спину. У Дейзи шайба. Время пошло. Ну какую? Я думаю, из-под себя. Горох это он обыгрывал, да, в игре. Именно ему между ног. Дейзи. Бросок. Я думаю, сейчас развернется на улитке. И не поедет в атаку. Или вокруг ворот. Хоккей Бразерс отделяет от победы. Надо было как в баскетболе фолить. Дейзи не сообразил. Три. Да, могла вернуться. Все. Сразу надо было фолить. Хоккей Бразерс, чемпионы первого сезона Медийной хоккейной лиги. Поздравляем. Лига охуенная просто. Вот теперь можно сказать, что... Молочь. Команду это сюда охота, финальный раунд вывел. В следующем сезоне мы таким же составом вернемся и заберем. Молодчики, горжусь вами, красавцы. Красавцы! Вон и сказочки конец. А кто смотрел выпуски и Николаевича Винокурова, тот молодец. Короче, не повезло, не фартануло. Есть такой момент, как будто мы не хотели победить. Вот и все. А они чуть хотели побольше. Идем Шакскилу, слезы вытрем. А он плачет, что ли? Да. Если бы не мы с вами, этим тригубом, ты бы никогда в жизни камеру не взял бы в руки, потому что мы тебя научили это делать, блядь. Ну что, на скамейке КБ не пустили вас? Пускали, мы были на скамейке КБ. Я зашел только на скамейке КБ, они сразу пропустили, блядь. Вот именно, там и стоял, блядь. Бились прям. Винокур. Ну спросите у него, уродовал я его один раз. Да. Если вырежешь, я еще и отписался от меня. Илюша! Ну что, ты как? Нормально. На связке, брат. Спасибо за игру. Я пиздец. Пару моих смен хоть снял. Выложил. Я всего 5 сыграл. Молочка. Молочка.
Не то выбрал. Да не, я не выбирал. Выбирал. Да не выбирал. Главный финал. Я понимаю, Малочка, Леша. Спасибо, Леша. Здрасте, удачи, пожалуйста. Я тебя пока еще можешь обманывать подписчиков, что ты умеешь в хоккей играть. Малочка. Вот так вот, ребят. Вот как тебе? Да что-то не весело мне совсем. Я старался. Ты мне пообещай на камеру, что мы во второй сезон пойдем вместе и отберем обратно. Давай, пообещай. Летом? Летом. Пообещай мне на камеру. Потому что ты мой друг. Все, договорились. Я не хочу. Все, спасибо, всем пока. Привет!